Что ж, никаких ссор. Не ругался ни с вами, ни с отцом. Нет. Хорошие мальчики просто так не исчезают. Я знаю, Дани. Правда? Давал ему уроки французского. Как думаете, мы можем найти его тело в лесу? А почему вы сказали найти его тело в лесу? А где он дает уроки? У него есть кабинет? В основном тут за столом. Или иногда в подвале. Скажите, где Дани, профессор? Сидеть, а ну сядь! Эй! Прошу. Франсуа! Дерьмо! Жена сказала, что вы пьете на работе. Вас перехитрили, комиссар. Отвечай, что это еще за мразь. Богом клянусь, я его упрячу в тюрьму!